Департамент транспорта Самары приглашает принять участие в тестировании. С 1 по 10 декабря состоится тотальный тест «Доступная среда», который призван привлечь внимание к правам и потребностям людей с инвалидностью. Мероприятие приурочено к Международному дню инвалидов и направлено на привлечение внимания жителей России к теме инклюзии, реабилитации, доступной среды и соблюдения прав людей с инвалидностью. Общероссийская акция традиционно проводится в онлайн-формате. Для участия необходимо пройти регистрацию на сайте теста. Масштабный семинар в рамках проекта «Мой дом» прошел в ДК «Победа». Председатели многоквартирных домов, ЖСК, ТСЖ и активные жители получили актуальную информацию по важнейшим вопросам. Как быстро и онлайн решать вопросы с помощью мобильного приложения «Госуслуги Дом», как собственники жилья отвечают за содержание территории и какие изменения вступят в силу в правилах обслуживания внутридомового и внутриквартального газового оборудования, сообщает телеграм-канал промышленного района. Не обязательно ждать праздника, чтобы собраться с близкими. Можно создавать праздники самостоятельно. Конец года всегда насыщен делами, но так приятно хотя бы иногда остановиться, вдохнуть запах сдобы, сделать глоток горячего чая и улыбнуться любимым. Телеграм-канал Железнодорожного района подготовил рецепты десертов к чаю, которые можно с легкостью приготовить в домашних условиях. Тем более, что 29 ноября в нашей стране отмечается День счастливого человека. Его идея заключается в том, чтобы помнить о важности счастья и позитивных моментов в повседневной жизни. А какое же счастье без вкусной еды?